Привет, привет, мои дорогие зрители! Как я рада сегодняшнему дню! Сегодня с вами Лилия Донскова, и я получила посылочку номер один из каталога 11 компании Oriflame. И я знаю, что жду ее не только я, что вам тоже интересно, что я получила и что я заказала для себя или для своих клиентов. Посылочка прям огромная. Сразу под руку попадаются wellness-витамины для Михаила с 50% скидкой. Очень-очень выгодное предложение. Тут, как всегда, красивый пакетик. Почему-то сегодня, не сговариваясь, пакетик положили такого же цвета, как я одела наряд. Ну, это так, к слову, пришлось. Что я заказала себе? Маску медовую для ухода за волосами. Девочки, она просто шикарная. У кого волосы сохнут, если у вас... я не знаю, там ломаются, секутся волосы, регулярно делайте маску для волос. Я очень люблю медовую, потому что она как раз классно подходит для волос, которые склонны к сухости, поврежденные. Ну и такая просто красивая, классная банка. Посмотрите, как здорово она оформлена. Просто обожаю этот медовый бочонок. Так, это тоже нам. Это под заказ щеточка, которую я, кстати, сегодня очень... часто использовала перед тем, как делала маникюр, потому что это шикарная щеточка, которая позволяет очистить ногти, ногтевую пластину от кутикулы, от грязи и так далее. Шикарная щеточка, она под заказ, открывать не буду, но сделана она, конечно, просто роскошно. Несколько, конкретно три тональные основы, они разные. Две натуральные беж, это для одной девушки. Обратите внимание, в этом каталоге на последней страничке всего 519 рублей. Тональная основа антивозрастная из серии Giordani Gold. Шикарная основа. Это тоже под заказ, но это фарфоровый оттенок для другой клиентки. Так, смотрим, что у нас еще здесь. О, это я оставлю на десерт. Здесь у меня два корректора для бровей, тоже это под заказ. Корректор – это такая нужная вещь. И в каждом видео, если вы смотрите мои ролики, где мы делаем мейкап, я всегда использую корректор. И даже в одном видео я показываю, как с помощью этого корректора можно полностью сделать макияж от и до. Ну, вам понадобится только контур для губ еще и тушь для ресниц. Остальное все сделает он. Этот корректор. Открывать не буду, потому что это тоже для клиентов. Картинку можно посмотреть в каталоге. Ух ты! Та-да-да-там! Кто смотрел мое видео, как я делаю заказ? У меня почему-то там возникла такая ситуация, что помада в заказ не добавилась. Вы это помните? И я это помню. Но потом, когда я посмотрела уже на электронной почте итоговую распечатку своего заказа, то есть самой накладной, я увидела в самом конце, что стоит одна помада, и я была удивлена, так придет она или нет. Она пришла! Это мне, и мы сейчас посмотрим, какой же этот цвет. Ух ты ж, какая красота, смотрите, беж. Я еще пока не знаю, оставлю я ее себе или дочке отдам, потому что такой цвет нюдовый, классный. Шикарный, как, знаете, цвет такой мягкий кремовый, как цвет ириски. Ух ты, очень красиво, очень нежно. И какой шикарный дизайн. Вы слышали этот щелчок, как закрывается помада? Да, это оно. Так, что здесь еще? Так, так, так. Два лака тоже из распродажи. Всего по 59 рублей, но почему же не взять такой классный лак? И я уже вот этим даже накрасила себе ногти, и он потрясающий. Этот я подарю клиентке за большой заказ. Она тоже любит такие яркие ногти. Он просто восхитительный. Если вы еще успеете, то распродажи вы можете найти на сайте, когда вы из корзины переходите в детали заказа, и сверху там идет... распродажа, до 80% скидки, это оттуда. И еще, это я себе отложу сразу, и еще из этой распродажи я взяла себе вот такое ожерелье. Каждый раз зарекаюсь. Лиля, остановись, прекрати, больше не нужно никаких ожерелий, остановись, у тебя их так много. Но я когда увидела, что всего за 199 рублей такое стильное ожерелье, при том, что оно очень функциональное, посмотрите, как это сделано.
То есть сначала можно носить отдельно. То есть вот такой вот ошейник одевается. У меня просто колечко есть из этой серии. И это еще не все. Оно из двух частей, представляете? То есть можно носить отдельно вот такой еще кулон на цепочке. Такой, знаете, как стрелочка такая зелененькая. Из двух сторон. Как здорово сделано. То есть бывает частенько кулон перевернется, а там сзади не очень, как бы, да, задняя сторона медали. А он двухсторонний, такая эмаль нежная. И мне просто так нравится этот цвет. То есть мы можем носить отдельно на цепочке, а можем одевать вместе с ожерельем ошейником. То есть у нас будет двойное такое ожерелье, если вам видно, сейчас чуть-чуть пристану. То есть вот так вот у нас ожерелье висит. Можно одеть только одно на цепочке без ошейника. Можно с ошейником и так, и так. О-о-о. Это я буду носить. И удобная застежка, смотрите. Колечко очень хорошо фиксируется, не убежит никуда. Для чего же я люблю вот эти все штучки, бижутерию, сумочки. Все это так мило, так красиво. А самое главное, что благодаря бижутерии вы можете один наряд представить совершенно по-разному. То есть если вы оденете какое-то маленькое украшение под блузку, например, вот сейчас бы я одела вот просто ошейничек, это бы смотрелось таким уже деловым. Сейчас на мне ожерелье с яркими кристаллами, у меня уже какой-то такой праздничный вид. А можно одеть еще ожерелье с цепочкой, будет вообще очень здорово. Нравится вам? Интересно. Так, здесь у меня мыло. Почему это мыло я вам рекомендую взять? О, какой аромат! Аромат Нового года просто. Это мандарины с пряностями. Шикарный кусочек. Я даже открою, вам его покажу. Я его обязательно себе все оставлю. Посмотрите, какая мандаринка. Здесь плоско, здесь мандаринка прям прорисована, дольки все. Вот эти крапинки, он просто как живой, его прям охота слопать. Шикарно. Аромат. Вот я его сейчас просто положу на стол у себя в комнате. Будет вся комната, как будто бы я включила аромалампу. Наполнится этим ароматом. Положите его в белье, у вас белье будет пахнуть так же вкусно. В ванну положите, когда моете руки. О, это кайф. Вот просто мыло ручной работы, но как это дорого. И кусочек очень долго играющий. И я его постоянно заказываю. Сейчас он со скидкой, поэтому я их не беру. Много-много-много уже в следующем заказе. Это под заказ. Это моя любовь. Вы знали? Giordani Gold Essence – это мой любимый аромат из всех. У нас очень много классных ароматов. Но этот... Вот он самый-самый любимый просто, самый дорогой, самый классный. Он пусть стоит тут рядышком со мной. Завтра я его уже отнесу, отдам в добрые руки моей подруге. Та-дам! Щеточка. Щеточку взяла, просто положу. И потом открою, когда переедем в новый дом. Потому что моя старая щетка, я посмотрела, она уже такая что-то... Ну, не очень симпатичная, а у нас будет там ванна на одном этаже, на другом душ, поэтому нужно две же щетки, и я ее открою в новом доме. Так что это тоже нам, я обожаю эту щеточку. Ага, у нас в этом каталоге конкретно есть корректор для глаз. Сейчас я вам его покажу. У меня столько корректоров, я что-то не могу остановиться. Я увидела их силу, насколько коррекция преображает лицо. И я их просто скупила все, чтобы знать, какие они, как они работают. Тоже, смотрите, очень классная такая пимпочка. Выдавливается маленькое количество. И это конкретно корректор для зоны вокруг глаз. То есть, чтобы высветлить... Ух ты, какой хороший, плотненький. Обязательно сниму видео. Ну, с очередным макияжем и покажу, как этот корректор работает. Потому что на руке одно, а в деле может быть совсем другое. Так что будем пробовать и делиться информацией. Так, это с докладом. Что еще здесь? Наконец-то я взяла пленку под лак. Это база. Я сегодня уже сделала маникюр. Если вам интересно, пишите в комментариях. Я вам расскажу, как долго держалась. И, может быть, даже сниму видео, как я буду снимать эту пленку, потому что
написано, что нужно будет просто поддеть с одной стороны аккуратненько и снять вместе с лаком. Если это так, я их выпишу еще целую кучу и буду всем рекомендовать. Потому что, представляете, если не надо стирать ногти специальным средством, и при этом, что это сразу база, и это сразу вместо снимания, это будет очень круто. Это тоже я сегодня попробовала. Ну что, вы готовы? Та-дам! Та-да-дам! Все, пробуем. Это так утомительно, когда целый день ходишь без парфюма и ждешь, когда же привезут новый парфюм, этот новый аромат. И я его смогу попробовать. Так, достаем. Очень красивая коробочка. Черная и с таким рельефом серебристым. И так написано, такими сексуальными буквами. Аромат по прогнозам самым таким, из самых таких источников проверенных, аромат очень дерзкий. Очень дерзкий. Посмотрите, какой флакон. Вот если бы вы могли сейчас отсюда мне руку положить, вы бы почувствовали, как у меня сердце колотится. Вот насколько я люблю новинки. Вы не представляете. Смотрите, как он может делать. Научил Дмитрий Кваша. Можно так. Вам видно? Можно так. Можно так. Ой, куда ты собрался? Ты. Вот так прикольно, правда? На полочке, если он стоит, такой, ого! Супер. Смотрите, какие тут шипы. Так все стильно сделано. То есть прям аромат говорит, съешь меня. Давайте пробовать. Все, сейчас обрызгаюсь. Сначала немножко воздуха. Вообще, я неправильно брызгаю, конечно, аромат нужно так брызнуть в него, войти в это облако. Ну, я не совсем правильно девушка, я прям, как я люблю ароматы. Я ими, мне кажется, Миша в него влюбится, потому что я заметила, что он любит такие нотки. Фруктовое что-то, мягонькое такое, сексуальное. Давайте посмотрим состав, потому что я его еще не выучила наизусть. Я по ощущениям. Ну, конечно, первые ноты апельсина. Самые вкусные, самые привлекательные. Кстати, в этом аромате тоже есть там какие-то нотки цветка апельсина. Следующая нотка у нас аккорд женственная кожа, да, черная фиалка. Вы чувствуете, что это такая сексуальность, настоящесть? Это тот редкий аромат, в который я влюбилась с первого взгляда. Потому что иногда бывает, что некоторые ароматы мне нужно долго-долго носить, я из пробников их ношу, пробую, там примеряюсь, как он мне подходит, не подходит, слушаю свои ощущения. Этот мне понравился сразу. Я только потерла страничку каталога, когда он пришел, сразу поняла, бомба, я тут же выписала пробник, бомба. Но сейчас все, все, моя любовь, надо будет спрятать от дочки, мне кажется, ей тоже понравится. И это еще не все, в моем заказе еще есть. Та-дам! Сегодня прям день праздник. Как будто бы у меня сегодня день рождения. Может быть, мне сегодня... Может, я правда отметить еще раз день рождения? Один раз у меня было в мае. В таком классном футляре, в чехле. Ой-ой-ой-ой, что это? Что это? Вы уже догадались? Да, это сумка! Это сумка всего за 199 рублей. У меня уже есть такая косметичка, если вы помните. И теперь у меня есть сумка. Покажу вам ее еще раз. Чтобы ее получить, нужно было в 10-м каталоге сделать заказ всего на 50 баллов. Всего, представляете? И эта сумка приходит за 199 рублей. Очень красивая. Смотрите. Та-дам! Замочек молния. Тут кармашек. Этот кармашек тут держится на клепочке, и тут еще кармашек. То есть вот это вот под кожу такая накладка-карман, она пришита к самой сумке. Сумка сделана из шикарной ткани, которую вы просто вот видите, да? То есть она такая прям вся, ух! То есть ее помыть, постирать будет вообще не проблема. Ну, лучше, конечно, беречь вещи. Очень удобная ручка. Сейчас посмотрим ручку. Так, цепочки, смотрите, все спрятано. Давайте развернем. Уж развелись, да? Нужна, наверное, помощь будет. Ножницы или еще чего-то. Ну ладно, мы так с вами посмотрим. Длинная ручка, мы ее перекидываем через плечо и носим. То есть вот так вот, через плечо. И она тут такая длинная, вы видите, да? А что внутри?
на таком шик... Вы посмотрите, посмотрите, какой шик, а? Какая собачка. И тут у нее такой язычок, да, такая... И мы открываем, а внутри... Та-дам! Еще один карман. Большой, классный карман. Так, сниму ее, чтобы вам показать. Внутри молния. То есть сюда еще можно что-то положить. Совершенно ценное. Глубокий, хороший карман. Посмотрите, внутри какая подкладка. Ух ты ж, как красиво все. Сумка-планшет. Давайте померяем ее размер посредством каталога. Мы в нее положим каталог. Он шикарно помещается. Еще остается место доверху, и сюда войдет очень много каталогов и все необходимые нам вещички, которые нужно брать с собой. Да? Там может быть пробнички, если мы идем к клиентам. Супер сумочка! Какая она клевая! Все, надо сегодня выгулять. Срочно! Куда-то надо сходить с этой сумочкой по фарси. И осталось у меня в заказе только огромная пачка каталогов. Ух ты! Я уже знаю, что будет новая тушь. Я ее хочу. Так, новый каталог. Слушай, такой толстый. Вообще нереально толстый. Я не знаю, почему. У меня такое чувство, что он толще, чем обычно. И сразу на обложке... Нет, не буду вам показывать. Сначала сделайте заказ из 11-го каталога, потом получите свой 12-й и будете валдеть. А я заканчиваю. Покажу вам еще один каталог. Всем, кто в премьер-клубе, вкладывают дополнительный каталог. Здесь несколько листочков и огромные скидки. И есть товары, которые не представлены в каталоге, которых уже нету и не будет в каталоге. А здесь они есть. И новинки. Например, не покажу. Новинки, которые будут только в 13-м каталоге, участники премьер-клуба могут выписать уже из премьер-клуба раньше на 2 недели. Так что будьте участниками премьер-клуба, балуйте себя. Ой, я не могу, хочу быстрее все смотреть. Тут еще что-то. А, еще акция. И еще акция. Стойте, не расходитесь, я здесь. Акция называется «Настроение в деталях». Обязательно посмотрите. Такие простые условия. Просто нужно приглашать друзей, чтобы они делали заказы. Вам суммируются все баллы, и потом их можно будет поменять на фен, на тапочки, на полотенце, на халат, на специальный прибор для ухода за кожей, такой типа домашний косметолог, плед или комплект постельного белья или телевизор. Я, конечно, очень хочу телевизор, потому что у нас всего он один, а в новом доме хотелось бы, чтобы был еще хотя бы в спальне тоже. И еще одна акция «Выбор за тобой». Она для всех абсолютно. Просто делайте заказы минимум на 50 баллов 2 раза подряд. 11 и 12 каталог, а в 13 возьмете любой из этих наборов. Они все есть на сайте, вы можете зайти на сайт и посмотреть. Тут такие шикарные наборы, я вам сразу скажу, у нас... Будет 2 заказа на Мишу и на меня, и я в одном обязательно выпишу бьюти-кейс, вот этот вот светленький. Он такой классный, я видела его в бизнес-центре, он просто бесподобен. Ну а вы выбираете то, что вы хотите. Все, теперь точно все, я пошла смотреть каталог. Спасибо вам всем за внимание. Желаю вам вкусных-вкусных покупок. Балуйте себя, балуйте, девочки, не экономьте, потому что это столько радости приносит, честное слово. И... Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать все время уведомления о моих новых видео. И до встречи в комментариях и в новых видео. Пока-пока!